Ну и, конечно, если уже идти чуть дальше, то вопрос состоит, в каком состоянии наша экономика будет жить в 2021 году. Вот если мы правильно потратим деньги, если спад удастся преодолеть как минимум там, как к четвертому кварталу 2020 года, чтобы там мы уже хотя бы имели положительную динамику по отношению к предыдущему году, то тогда можно говорить о том, что мы входим в хороших условиях в 2021 год, и вопрос будет состоять в том, а как мы будем там тратить деньги? Как мы будем тратить те ресурсы, которые у нас все равно еще останутся, потому что я говорил о том, что уровень резервирования пока еще достаточно высок. И вот здесь возникает вопрос о возможном переформатировании национальных проектов, здесь возникает вопрос о дополнительной поддержке тех секторов экономики, которые наиболее пострадают в 2020 году, и, соответственно, значит, возникнет вопрос о выработке некоторых новых мер в области экономической политики.